Ох ты. Она муха отгоняет. Муха паразита. Да, да. Ну они же это, да, так купаются. Песочные ванны, грязевые ванны. Вот ты красавица. Иди сюда, иди такой, сюда. Папа, он такой, смотри. Смотри, угу. Какой. Смотри. Это она, сыночек. Смотри, он, она. Вот такая тоже еще. Красивая тут. Бананы растут. А там вон сад с разными цветами. И каждые цветки подписаны, что за цветы. Это очень красивое такое место. Еще чуть подрастут и будут уже и плоды давать, наверное. А это что? О, видел земной шар какой? Да. А, он тут вода из него бьет, как фонтанчик. Че, ты че такой? Ты че? Ты че? Вася, Вася, Вася. Козюм. Вася. Привет, козюм. Ой, мама, вот он, смотри, вот, вот он, смотри, красивый. Какой розовенький, лянь. Какой красивый, лянь, какой красивый. Красавчик. Эй. Вот это фон. Вон, вон там. Лянь какой. Вообще, какой окрас красивый. Сиси у мамы пососила, да. Да дайте ему сисю пососать, а вы пристали к нему. Папа, мама сказала тебе эту бутылку, а дальше ты ее в рюкзак положил. Положи там где-то сбоку карман. Марьян, бегемота видишь? Иди сюда, Марьян. А вот и бегемот. За какой клеткой, ты говоришь, второй? За какой клеткой второй? Вот там вот он спит, забором. Хочу! Блин, ты не... А, бегемот. Я подумала, это тоже кто-то, это просто бревно. Так оно на цепи, он, наверное, играется этим. Бегемот! Одно из самых свирепых существ, между прочим. Если бегемот начинает гнать свою жертву, не останавливается просто. И довольно быстро бежит. Ну, я не знаю, бегемот или гиппопотам, это одно и то же или нет? Бегемот! Не надо, не надо туда. Мирон, Мирон. Мирон, сейчас упадет. Видишь, не вылазит, а они иногда вылазят и так делают. Чтоб подышать. Да он дышит и так носом. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Обалдеть. Водичка. Эти красавчик какой. Пеликан. Вот это точно пеликан. Вот у него вот этот мешок под клювом растягивается. Туда литров 50 влазит. Папа. Серега, привет. Братишка, как дела? Обиделся. Привет, Сержик. Сейчас опилочек подтянет себе. Тут еще где-то одного нету. Старенький такой был еще. А он тебе... Да, да. Че стучишь? Ну не надо этого делать. Че стучишь? Он сейчас возьмет и убежит отсюда. Нельзя, говорит, нельзя. Тук-тук. Есть дома кто? Сейчас он пукнул вам стекло. Я тут показал позу. Отвалили. Мам, ты зачем это фоткаешь? А яички какие качественные. Да хватит стучать. Чтоб он и мне тоже так. Витя, ты чего? Они такие красивые. Он, блядь, вообще малыш такой, он впереди. Что-то там грызет. Verhaltensweisen einführen möchte. Zum Beispiel haben wir so,
auch das Kopf in den Nacken geübt. Ich zeige Ihnen mal die fertige Übung. So. Würde er mir jetzt von sich aus so nicht angehen. Aber er kennt den Kick. Also genau dasselbe Prinzip. Wenn ich ihn jetzt direkt belohnen wollen würde, müsste ich außen rumlaufen, ihm den Fisch da reinschieben. Ist ein bisschen blöd, aber er kennt den Kick, weiß, ah, das war richtig, dafür gibt es einen Fisch. So, und wie haben wir das gemacht? Target. Wir haben ihm einfach mit dem Target gezeigt, wo die Nase hin soll. Und natürlich möchte ich ja noch irgendwann ohne Target arbeiten. Das heißt, Kopf. Wir haben das Target quasi dann mit jeder Übungstraining-Session kürzer genommen und kürzer, sodass ich irgendwann nur noch diesen Tennisball in der Hand hatte. Und dann ist es eben so, er weiß, ich habe das Target dabei. Wenn ich eine neue Übung mache, dann mache ich auch meine Nische. Und dann weiß der schon, wenn das Target dabei ist, dann soll ich wieder... Знаете, говорит, покушай. Ну, знали, мы в тюльке купили. Прискакал он, малыш это. У него в сумке кто-то есть. Да, кто-то в сумке сидит у него. Малышочек какой-то. Да, он малыш, у него в сумке сидит. Малыш в сумке сидит у нее. Где? Ну где? На бороде. В сумке. Вот она. По деревьям лазит. Ага, прыгает такая шкодная. А дальше куда? Ветка закончилась. С березы как прыгает. А, все, брат. А, блин.